Всем привет, мои дорогие. Вот, я ужасно по вам соскучилась. Спасибо, что смотрите мои видосы. Хоть я уже давным-давно ничего не выкладывала. Вот, но я хочу с вами одну вещь поделиться. Я, наверное, пришла к тому, к одному выводу, то, что я, наверное, поудаляю всю эту грязь, все эти видео с YouTube-канала своего, да. Наверное, я его вообще удалю, чтобы больше не светиться на этом ютубе. Вот. Мне эта грязь надоела. Вот. И, скорее всего, если я и буду создавать канал, то только это будет такой канал, связанный с моей работой, то есть с парикмахерским искусством. Так, в принципе, все хорошо, я живу так, как мне нравится, так, как я хочу, я улыбаться стала, и мне перестали сниться страшно. Конечно, есть темы, которые я не осмелилась выложить в YouTube, да, и я их случайно поудаляла с телефона. Это тема Лилии Богдановны, с кем я жила на квартире, да, и тема Яны, о том, что какие они, что они вытворяли, про эти наркотики и так далее. Я не хочу сейчас эту всю грязь и все их угрозы вспоминать. То есть не Лилины, а Лилиного сына, что касается, и про их лицемерие. Я не хочу сейчас об этом думать, разговаривать. Им, конечно, огромный привет. Вот, спасибо за их лицемерие. Если бы не они, я бы не осмелилась бы сейчас уехать от них. Ну, то есть где-то месяца три назад я жила с ними, слышала такие ужасные слова в свой адрес. И причем при этом они мне улыбались лицом, мне было это неприятно, и поэтому я от них съехала в другое место. Переехала к сестре. Вот, и потом от сестры уехала. В общем, сейчас все супер, все классно. И спасибо этим людям. Все, что не делается, все делается к лучшему. И я готова каждого человека в своей жизни отпускать. Но сильно больше привязываться я никому не собираюсь, потому что это очень больно, когда ты привязываешься к человеку, он разворачивается и уходит. То, что это было все к лучшему, потому что так нужно было, в первую очередь для меня, чтобы наконец-таки я начала жить так, как я хочу. И что самое важное, есть люди, те, которые мне действительно очень дороги и которых я безумно люблю. И в первую очередь я им хочу сказать огромное спасибо, то, что эти люди в меня верили, меня поддерживали, меня ценят, уважают и любят. Самое настоящее — это любовь, которую они мне дарят. Спасибо вам за вот эти прекрасные эмоции, чувства. Еще месяца два точно поудаляю видос, разберу свой YouTube канал, то, что нужно, то, что не нужно, я нафиг удалю, потому что вся эта грязь мне уже надоела. Да, мои родственники не знают, как у меня номер телефона, наконец-таки. Я простила свою бабушку, одну и вторую. Вот, и это для меня самое главное достижение, потому что очень сложно иногда простить человека, которого ты любила и который тебе сделал очень больно. Очень сложно, несмотря кто это. Как бы так, ладно, я пошла кушать, готовить. Всем хорошего вечера, вас я обнимаю, и спасибо вам большое за вашу поддержку.